Всем доброго времени суток, друзья! Продолжаем серию гайдов по Dark Souls 2. И сегодня нас ждет гайд, который можно смело отнести к продвинутой механике игры. Это один из тех гайдов, который полезен и ветеранам, и новичкам. Если вы нацелены на серьезную игру и хотите понимать, как функционируют вещи в мире Dark Souls 2, то вам просто необходимо знать, как статы, или говоря правильно, характеристики персонажа, взаимодействуют друг с другом. Что они повышают, насколько они это повышают и когда они прекращают повышать тот или иной параметр. В игровой среде такую разбивку статов персонажа принято именовать Stat Breakpoints, что по сути означает определение значения стата, при котором происходит изменение прибавляемых им бонусных очков к параметрам. Проще говоря, представьте график с кривой, которая сначала поднимается вверх, а потом начинает опускаться вниз. Так вот, определение верхней точки, после которой кривая идет вниз, ее полезность стремится к нулю и будет тем значением, которое называется breakpoint. По-русски – точка излома. Мой гайд и расскажет вам подробно о том, когда возникают эти точки излома и при каких параметрах. В гайде для новичков вы могли ознакомиться с характеристиками персонажа и в общих чертах понять, на что они влияют. Теперь давайте разберем каждый из статов по косточкам и разложим эти косточки по полочкам. Чуть оговорюсь в начале. Я сам играю в английскую версию, но буду делать гайд на русскую, так как мы ведь в России. Гайд на русском, да и большинство из вас будет все равно играть в локализацию. Поэтому, если вдруг я где-то ошибусь с русским наименованием, не обессудьте. Наименования буду давать и на английском, и на русском языке, чтобы было проще и тем, и другим. Итак, Вайгар, жизненная сила, влияет на два параметра – здоровье и резисты к окаменению. До 20 левела вы будете получать по 30 единиц здоровья за каждый левел, с 21 левела по 50 будете получать по 20 единиц, а после 50 всего лишь 5 единиц за каждый уровень жизненной силы. Как видите, брейкпоинт здесь находится на отметке 50. Повышение жизненной силы выше 50 особого смысла не играет. Двигаемся дальше. Сопротивление окаменению. Здесь все достаточно просто, вы будете получать одну единицу сопротивления за каждые 4 левела жизненной силы с 1 по 25 левел. После 25 левела за каждые 4 левела жизненной силы вы будете получать по 2,6 единички к сопротивлению. Endurance – стойкость. Она влияет на очки здоровья, выносливость и физическую защиту. Что касается очков здоровья, то с 1 по 25 левел эндюранса вы будете получать 2 единички здоровья, с 26 по 50 лишь 1 единичку, и после 50 вы не будете получать очки здоровья вообще. Стойкость также влияет на выносливость, здесь вы будете получать плюс 2 единицы к выносливости с 1 по 20 левел, после 20 лишь 1 единицу. Как видно, брейкпоинт находится на отметке 20. Физическая защита. Будете получать бонус в размере 1,25 с 1 по 50 левел, и после 50 будете получать бонус в размере 2,25. Vitality. Физическая мощь. Здесь вы будете получать очки здоровья, она повлияет на вес снаряжения. Вы получите также физическую защиту и сопротивление к яду. Что касается очков здоровья, то с 1 по 25 левел вы будете получать 2 единицы, с 26 по 50 1 единицу, и после 50 вы не будете получать очки здоровья. Что касается веса снаряжения, с 1 по 30 левел вы будете получать 1,5 единиц. С 31 по 50 единичку, после 50, то есть после брейкпоинта, пойдет снижение, будете получать 0,5. Физическая защита. С 1 по 50 левел будете получать 1,25, после этого будете получать 2,25. И что касается сопротивления к яду, то за каждые 4 левела физической мощи вы будете получать 1 единицу сопротивления. Это будет с 1 по 25 левел. Начиная с 26 левела, за каждые 4 уровня вы будете получать 2,6 единицы сопротивления. Attunement – ученость. Она влияет на очки здоровья, ячейки, доступные для заклинаний, скорость каста, сопротивление к проклятию и подвижность.
Что касается очков здоровья, то с 1 по 25 левел будете получать 2 единицы, с 26 по 50 1 единицу, после 50 ничего. Что касается ячеек для заклинаний, то на 10 левеле вы получите 1 слот, на 13 левеле уже 2 слота, на 16 3, на 20 4, на 25 5, на 30 6, на 40 7, на 50 8, на 60 9 и на 75 уровне учености 10. Также ученость влияет на скорость каста. Вы будете получать 2 единички скорости каста за каждые 2 левела учености, пока не достигнете скорости каста в размере 115. Как только скорость каста составит 115 единиц, вы будете получать 1 единичку к скорости каста за каждые 2 левела, со 116 скорости каста по 126. После этого, после 126, вы будете получать 1 единичку скорости каста за каждые 4 левела. Сопротивление проклятию. Здесь с 1 по 25 уровень учености вы будете получать 1 единицу за каждые 4 левела. И после 25 левела 2,6 единиц за каждые 4 левела. Теперь что касается подвижности. Ученость влияет на вашу подвижность, и вы будете получать за каждый левел 0,25, пока ваша подвижность не достигнет отметки в 110 единиц. Это Soft Cap. Strength – сила. Сила влияет на очки здоровья, бонус атаки силой, физическую защиту. Что касается очков здоровья, то здесь все стандартно. С 1 по 25 левел вы будете получать 2 единички, с 26 по 50 1 единичку, и после 50 вы не будете получать здоровья никакого. Дальше – бонус атаки силой. С 1 по 30 уровень силы вы будете получать 2,3 единицы силы к бонусу атаки. С 31 по 40 левел 3,8, с 41 по 50 1,5, и после 50 левела вы будете получать 0,8 единиц бонуса атаки. Как видите, брекпоинт находится на отметке 40. Не забываем это. Далее идет у нас физическая защита. С 1 по 50 левел сила вам будет давать 1,25 физической защиты. После 50 левела 2,25. Декстерити – ловкость. Ловкость влияет на очки здоровья, бонус атаки ловкостью, бонус атаки ядом, бонус атаки кровотечением и физическую защиту. Что касается очков здоровья, то они прибавляются по стандартной схеме. С 1 по 25 левел 2 очка, 26 по 50 левел 1, после 50 0 очков. Что касается бонуса атаки ловкостью, то, как и у силы, здесь коэффициенты следующие. С 1 по 30 левел вы будете получать 2,3 единички, с 31 по 40 3,8, с 41 по 50 1,5, и после 50 левела вы будете получать 0,8 единиц. Что касается бонуса атаки ядом, то с 1 по 25 уровень ловкости за каждый левел вы будете получать 4,5 единицы бонуса атаки. С 26 по 40 левел вы будете получать 3 единицы, с 41 по 50 1,5 единиц, после 50 единицу. Как видим, здесь тоже брейкпоинт находится на уровне 40. Далее бонус атаки кровотечения с брейкпоинтом также на отметке 40. С 1 по 25 левел 4,5 единиц, с 26 по 40 3, с 41 50 левел 1,5 и выше 50 левела лишь единичка. Физическая защита, так же как и у силы, будет прибавлять вам 1,25 единиц с 1 по 50 левел ловкости, после 50 2,25. Адаптабилити – адаптируемость. Она влияет на очки здоровья, бонус атаки ядом, подвижность и сопротивление. Что касается очков здоровья. Опять стандартная схема, с 1 по 25 левел 2 единицы, с 26 по 50 1, после 50 0 единиц. Что касается бонуса атаки ядом,
то с 1 по 30 левел вы будете получать 4,5 за каждые 4 левела адаптируемости. С 31 по 70 плюс 3 единицы за каждые 4 левела. И после 70 1,5 единицы за каждые 4 левела адаптируемости. Что касается подвижности, то адаптируемость будет давать вам 0,75 единиц к подвижности, пока вы не достигнете уровня подвижности 110 единиц. После того, как вы достигнете этого софт-капа, то есть 110 единиц, вы будете получать от каждого уровня адаптируемости лишь 0,105 подвижности. В общем, ни о чем. Также адаптируемость дает вам сопротивление. С 12 уровня по 40 вы будете получать наибольший прирост. К сожалению, точными данными я не располагаю. После 40 левела вы практически не будете получать резистов от этого параметра. То есть адаптируемость получит свой брейкпоинт на 40. Intelligence – интеллект. Он влияет на очки здоровья, скорость каста, бонус урона от магии, бонус урона от огня, бонус урона от тьмы, а также повышает защиту от магии, огня и темной магии. Что касается очков здоровья, то та же стандартная схема. С 1 по 25 левел 2 очка, 26 – 50 – 1, после 50 – 0. Что касается скорости каста, то вы будете получать по 2 единицы к скорости каста за каждые 4 левела интеллекта, пока скорость каста у вас не достигнет софткапа в 115 единиц. После того, как она достигнет этого софткапа, вы будете получать 1 единичку за каждые 4 левела, начиная со 116 до 126 скорости каста. А после того, как скорость каста станет 126, вы будете получать 1 единицу за каждые 8 левелов интеллекта. Что касается бонусного урона магии, то интеллект от 1 уровня до 20 будет вам давать за каждый уровень 5,3 единицы бонусного урона. С 21 по 30 уровень 0,4, с 31 по 40 плюс 3, а после 41 по 50 1,5 единицы. Брейкпоинт здесь, как мы видим, опять же находится на отметке 40. Разбивку по бонусному урону к огню я дам чуть позже, после того, как мы разберем веру. Итак, Faith, вера, как и прочие статы, дает здоровье, также повышает скорость каста, дает бонус к урону молниями, огнем и темной магии. И, конечно, повышает защиту от огня, молний, темной магии и дает резисты к кровотечению. Очки здоровья. Здесь все стандартно. Повторяться мы не будем. Скорость каста. Работает точно так же, как и в случае с интеллектом. 2 единицы за каждые 4 левела, пока скорость каста не станет 115, потом 1 единица за каждые 4 левела, скорость каста 116-126, после 126 1 единица за каждые 8 уровней веры. Бонус урона молнии. С 1 левела по 30 вы будете получать 2,25 единиц, с 31 уровня по 40 – 3,8, с 41 по 50 – 1,5. Также брейкпоинт здесь находится на отметке 40. Итак, почему я оставил бонусный урон к огню от интеллекта и бонусный урон темной магии от веры на конец нашего гайда? Ответ прост. Когда речь заходит о бонусе урона к огню или темной магии, то эти два стата находятся в прямой зависимости друг от друга. Посмотрите на приведенную таблицу. О каком стате мы говорим, разницы нет. От интеллекта повышается огонь, от веры тьма, но коэффициенты их повышения одинаковы. То есть, если вы будете качать только интеллект или только веру, то будет повышаться либо огонь, либо тьма с приведенными параметрами за каждый левел. Однако, если мы посмотрим на эту таблицу, то разница становится очевидна. В первом случае, интеллект или вера, неважно, с 1 по 20 уровень нам давали 1,25 единичек прироста бонусного урона, с 21 по 40 – 4,5 за каждые 2 левела, либо интеллекта, либо веры, и с 41 по 60 – плюс 3 за каждые 2 левела. Что же касается второй таблицы, то здесь речь идет о том, чтобы поднимать оба стата и интеллект, и веру в одинаковых пропорциях, то есть делать их равными друг другу. В этом случае коэффициент прироста бонусного урона к огню или тьме меняется и составляет
с 1 по 20 левел, то есть, например, у вас интеллект и вера оба равны 20. Вы будете получать за каждый левел 4,5 единицы бонусного урона к огню. С 21 по 30 левел, то есть, например, интеллект, скажем, 26, вера также 26, вы будете получать плюс 3 единиц бонусного урона за каждый левел. После 31 левела вы будете получать лишь 0,75, то есть брейкпоинт находится на отметке 30. Что касается бонусного урона к тьме, то он практически идентичен огню. Единственное, что здесь нет разбивки между 20 и 30 уровнем. Здесь просто с 1 по 30 уровень за каждый левел вы будете получать 4,5, при условии, что интеллект и вера у вас составляют равные значения. То есть интеллект 26, вера 26, соответственно, плюс 4,5 за каждый уровень вы будете получать. После 30 уровня, то есть 31 и выше, вы будете получать 0,75. Опять же, брейкпоинт находится на отметке 30. Знание такого, казалось бы, маленького, но, поверьте мне, очень важного нюанса может весьма и весьма повлиять на то, какой билд вы решите создать. В любом случае, я надеюсь, что вам видео было интересно и вы подчеркнули достаточно полезной информации из этого слегка сухого урока теории крафта своего персонажа. И помните, чем больше гайдов вы смотрите, тем большего удовольствия вы себя лишаете от постижения Dark Souls 2. Всем приятной игры, подписывайтесь на канал, друзья, и до новых встреч!